Здравствуйте, с вами студия F3D, и, пожалуй, это последний урок из нашего курса. Я расскажу о мелочах, ну как мелочах, о тех вещах, о которых я не рассказал. Ну, о них вам стоит знать, но я почему-то их принес в эту категорию, потому что к половине, пожалуй, из них я никогда не прибегаю. Не знаю, почему вот так я использую Vegas, но если вы привыкнете уже к ним, думаю, они смогут вам стать полезными. Давайте загрузим несколько файлов. Вот, например, этот. Вот так, три файла. Кину их на таймлайн одновременно. Давайте расскажу сначала о этих иконках. Это Normal Edit Tool, это иконка обычного редактирования, этот Envelope. Я уже о ней рассказывал. Она используется для, чтобы работать с кадрами одновременно. Вы можете об этом посмотреть урок, если я не ошибаюсь, огибающих. Вот, идем дальше. Вот эти две. Потом у нас Ignore Event Grouping. Вот у нас, если будет вот так, если я отменю, у нас будет двигаться вместе видеотрек и аудиотрек. Если я включу, они будут двигаться по отдельности. Давайте включим, выключим, точнее. Опять-таки, вот эта функция Lock Envelopes to Events. Опять-таки, для работы с кадрами я ее не использовал, потому что к ней не прибегаю. Вот эта функция Auto Ripple. Если я ее отключу, у меня будет, например, вот видите, у меня эти файлы. Ой. Я двигаю один. Он находится внутри между двумя треками. Если я ее включу, будут двигаться. Поделение я уберу. Будут двигаться вот они вместе. То есть то, что я выбрал, и все, что за ним. Автоматические кроссфейды. Вот, как видите. Нету кроссфейдов, когда я видео друг на друга наложу. Вот опять. И снаппинг, залипание. Вот видите, нету прилипания, то есть такое выравнивание. Если я включу, все, вот эта линия будет. Давайте удалим эти, они нам не нужны. Точнее, разделим. И удалим. Ой, не то. Аудио нам не нужно. Покажу на примере. Опять-таки это нам не нужно. Добавлю новый трек. Ctrl, Shift, или сделаем лучше вот так. Insert видео трек. Добавим фотографии, которые у нас есть. Секунду. Import Media. И у меня на другом диске. Вот здесь эти три файла. Давайте я покажу вам, скину их на таймлайн, еще один трек, вот так, вот кину и расскажу вам немножко о режимах наложения. Опять новый трек, вот так, видно, смотрите, что это такое, это как режимы в Photoshop или After Effects, если вы там работали, или в другой программе для композинга. Так вот, вот видите, у нас есть, у нас работает только тот трек, который сверху, я об этом уже говорил, что в плане с видео здесь только работает то, что видео выше. Смотрите, что вот у нас есть такая вкладка Compositing Mode. Если я поставлю Multiply, как вы видите, будет просвечиваться. И здесь поставлю Multiply. Будет видно и текстуру вот эту. Точнее, вот эту и вот эту. Вот, например, Subtract. И здесь Subtract. Вы видите, что у нас происходит? Это три просто картинки, они друг на друга накладываются. Можно здесь поставить Add. Здесь, например, Overlay. Дочь, ну просто
Их много, и я советую вам поэкспериментировать. Опять-таки, я это в Vegas не использую, я делаю это в другой программе. Как я уже говорил, не первый раз, что Vegas я использую суто для только для монтажа. Ну, об этом, я считаю, вы должны тоже знать. Если вам это будет здесь нужно, и вы не захотите там осваивать какую-то другую, более сложную, ну, профессиональную программу, то вы можете делать это здесь. Здесь это тоже реализовано. Не то чтобы неплохо, а очень даже хорошо. Например, сделаем такой вот эффект у нас был. Например, что-то здесь пусто. Нет, не то. Давайте. Ну вот так, потом здесь. Вот так. Здесь вот такое. Что-то непонятное. Но смотрится довольно-таки хорошо. Еще можно рассказать о... Давайте я это все удалю. Можно было сразу так удалить. Например, здесь лучше продемонстрировать. Давайте это и загружу звук. Вернусь. Звук у нас вот этот звук. Ой, не загрузил. Извиняюсь, секунду. А что ж такое? Вот звук. Кину его на таймлайн. Разрежу где-то вот здесь, здесь. Поудаляю. Короче. Сейчас, если будет идти воспроизведение, будет идти и видео, и, например, если я сейчас активирую здесь соло, не так. Вот команда. Это мют, то есть будет только идти звук. Если я поставлю здесь мют, а здесь вот так, то будет идти только видеотрек. Опять здесь множество, опять-таки, разных. Вот наш трек motion, blur. Для аудио это, чтобы записать аудио. Опять-таки, ну, как видите, я их не использовал. Я не знаю, не пришлось. Это опять композер. Что еще? Давайте я вам покажу, как группировать. Вот видео. Удалю аудио. Если видите, неактивна эта функция, двигается видео отдельно. Если я активирую, будет двигаться то, что только сзади. Еще один трек. Вот опять-таки. Но мне надо, чтобы двигалось только оно все вместе. Ну, можно так вот захватить. Например, кинуть еще сюда видео. И это. Давайте, не надо, чтобы двигалось только. Вот, например. Вот картинку кинем. Чтобы двигалось только вот эти два. А это оставалось неподвижным. Если я эту функцию отменю, будет двигаться только один. Смотрите, я выбираю два файла. Правая кнопка, на нем групп. Create group. Все, файлы двигаются вместе. Ну, то есть я их просто сгруппировал. Почему отменилось? Групп. Вот опять они двигаются вместе. Чтобы разгруппировать. Remove from. Сейчас они двигаются, потому что вот все, remove from, и они теперь отдельно. Ну, это иногда бывает полезно, если вам надо, чтобы кусочки двигались вместе, когда у вас много очень разных треков. Ну и давайте я вам покажу еще, как установить маркеры, что это такое. Например, у вас есть много видео. Вот, ставим, нажимаю M. Ой, M. Что-то здесь список надо сделать, там цветокоррекция.
И все, вот у меня есть маркер. Я буду помнить, что нет на этом или ролике, или на этом участке мне надо делать цветокоррекцию или что-то там подправить. Но это, когда у вас много разных видео, точнее, ну, треков, огромный проект, и вам надо что-то будет сделать, но пока вы не хотите это делать, вам надо что-то другое сделать, вы ставите себе маркер как напоминание, потом, когда вы вернетесь к нему, вы будете помнить, что сделать. И опять такая есть штука, как регионы. Вот я выделил, левой кнопкой зажал. Давайте здесь нажимаю R. Там напишу удалить, например. И вот у нас, видите, два маркера создалось. Я могу их двигать, чтобы этот регион увеличивать или уменьшать. Удалить просто go to, точнее, go to — это к нему передвинуться. Rename можно переименовать, delete, удалить. И тут так само, тут также идти к конечному. Вы видите, сразу курсор перескакивает к первому маркеру, точнее, первому ключу, можно сказать, региона, ну, первому этому флажку. Ну и, пожалуй, все. Вот на этом курс наш подошел к концу. Я надеюсь, искренне надеюсь, что я смог объяснить все как надо, что все у меня получилось. Еще стоит сказать, давайте я вам покажу, расскажу точнее о нашей комьюнити. Вот это наш сайт, заходите сюда. Кстати, у нас проводится акция, первые 200 зарегистрированных пользователей на сайте, сейчас их не очень много, что-то 50 человек, получают к 1 апрелю, если зарегистрируетесь, получают, будет розыгрыш лотереи на премиум аккаунты. Премиум аккаунту главное, так сказать, преимущество — у вас будет доступ к первому платному курсу, который появится у нас на сайте. Также хочу отметить сайт нашего партнера Дмитрия Лео. Это он композитор, за предоставленную нам музыку. Очень хороший. Вы здесь можете послушать его музыку. Мне кажется, стиль ambient. Огромное ему спасибо. Также заходите на наш форум. Задавайте здесь вопросы. Насчет фриланса, плагинов, разные конкурсы у нас будут еще проводиться. Вопросы по программам. Выкладывайте сюда свои работы. Еще, ребят, не задавайте сообщения в личку, потому что все делайте на форуме. Потому что на форуме смогут вам ответить несколько человек и дать вам более аргументированный ответ, а личные сообщения — это их очень много, и это неудобно. Так вот, заходите к нам, регистрируйтесь, помните о акции. И спасибо, до встречи!